В Люберцах на улице Митрофанова идет ремонт дома номер 21. Глава округа Владимир Ружицкий проверил ход строительных работ. Подробнее в нашем сюжете. Дом номер 21 на улице Митрофанова построен в 1988 году. Ирина Платонова проживает здесь 34 года. Она следит за благоустройством многоэтажки и прилегающей территории. Этот двор я добилась, чтобы красиво сделали. Детскую площадку красиво сделали. Вот тоже я тогда же добивалась. Когда они дрелью-то работают, это всех беспокоит. Это не только меня, но это же работа. Это ничего не сделаешь, здесь надо терпеть. Работы начались в середине февраля. Сейчас идет реконструкция фасада с заменой межпанельных швов. Последний раз подобное обновление проводилось здесь 15 лет назад. Проводится покраска дома, колер и само решение колористическое будет согласовано с жителями данного дома, так как это делается всегда для исключения противоположности мнений. Ну и дом будет радовать, конечно, жителей новыми цветами, новым видом. Окончание работ планируется к маю. В прошлом году в доме отремонтировали лестничные клетки, в 2017-м заменили лифтовое оборудование, а в 2013-м установили пластиковые окна. Мы подбираем дома, которые требуют капитального ремонта. Это мы эти все вопросы обсуждаем с жителями. Это все, что связано с крышами, протечкой. Это все, что связано с фасадами домов, утеплением домов. Это фундаменты, такие у нас тоже бывают случаи. В ближайшее время начнется реконструкция еще трех многоэтажек в 115-м квартале. В этом году запланирован капитальный ремонт 135 домов. Дмитрий Гринчев, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ.